Привет, с вами Жасмин с канала Кристина МПС Смайл. И сегодня я хочу снять мастер-класс «Как делать шкафчики для МПС». Для этого нам понадобится вот такой вот картон, я взяла красный, ножницы, карандаш и, естественно, линейка. Берем картон и линеечку. Очерчиваем красный прямоугольник. Я беру картон. Очерчиваем прямоугольник. Вы можете из любого картона шкафчик делать, из любого цвета картона. Вот, я наоборот остановлю. Я потом вижу. Вот, берем. Шкафчик. Такой шкафчик. Дальше мы вырезаем шкафчик, вырезаем его прямоугольничек, а тут начинаем вырезать. Что такое колец? Пять. Ой, извините, я только это попала, я не встала в камеру уже. Вот такой вот я шкафчик вырезала. Теперь на этом шкафчике пишем имя того поэта, чей это будет шкафчик. Например, Алекс. Я много шкафчиков делать не буду. Алекс. Потом вокруг этого имя можно ввести такой вот значочек. Алекс. И потом мы можем эти шкафчики, мы можем сделать много шкафчиков. И кому понравилось это видео, поставьте пальчики вверх, подпишитесь на этот канал. Всем пока, с вами был канал Кристина МПС Смайл.